Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксаназ, поздравляю всех с Новым Годом. И что ж, как вы могли заметить, на сайте iCup появился вот такой вот какой-то эльф, все у меня про него спрашивают. На самом деле все очень простенько, давайте нажмем на него и посмотрим, что будет происходить. И я вам расскажу, как я его использовал и как его можно использовать, и что будет, если что-то собирать. Смотрите, нажимаем на эльфа, и тут вылетают какие-то у нас левелы, призы, непонятное что-то, какая-то тема на самом деле. Элитка написана, тут паки, про аккаунт, бонус, армор и, блин, вообще что-то какое-то жесткое там походу. Ребятки, помните, недавно я выкладывал видосик на канал про подарки, про шарики вот эти подарочные. И, конечно же, все вы его посмотрели, да, на аудиторию 27 тысяч человек, 8 тысяч просмотров. Все вы его, конечно, посмотрели. Ну да ладно, это видео тоже не посмотрите и не будете знать, что можно заработать какую-то халяву. Так что вот так вот, ребятки, обязательно досматривайте вот это видео, вот здесь вот подсказочка вылезет, про подарки, как найти подарки, конечно же, и что будет, если мы будем собирать подарки, сейчас вы узнаете. Когда вы насобираете определенное количество подарков, а именно, смотрите, собирайте подарки и игрушки в игре. Каждый подарок дает один слот, каждый новогодний шарик дает 5 слотов. И вот тут будет накапливаться шкала. И эту шкалу подарков можно будет обменивать на какие-то реальные призы. Если честно, я уже наменял, у меня было 30 капсов, сейчас уже 74. Можно, так сказать, подобуживать немного все капсики. Поэтому, ребятки, торопитесь, это фри капсы. Но не забывайте, что на канале есть видосик по смене зимние карты на обычную. И, конечно же, про эти подарки я также уже писал. Это все в описании оставлю. Ну и подсказочка там с подарками. Я ее оставил уже, она уже вылетала. Смотрите, давайте углубимся немного дальше. Как это работает? Прочитаем все и будем уже осведомлены на 100%. Смотрите, играя в новый iCup Dota 685, нужно собирать подарки и новогодние игрушки. Это вы уже поняли. Далее, у подарков есть шанс выпасть из уничтоженных зданий противников. Это я тоже показывал. А новогодние игрушки появляются случайно образом на карте. Они появляются с 15 минуты, ребятки. В том видео я говорил, что они появляются за 20, но на самом деле с 15. И по рандому раскидываются по всей карте. И если взять один подарок, то через 30 секунд появится другой. Собирая подарки и игрушки, у вас накапливается подарочная шкала на сайте. То есть вот эта шкала, это не то. Вот эта подарочная шкала, смотрите. То есть у вас за 50, то есть 50 слотов, образно говоря, если большой шарик дает 5 слотов, а один маленький подарок 1, то вам нужно 50, и у вас шкала заполнится. Далее, когда прогресс-бар становится полностью заполненным, нужно кликнуть по кнопке «Получить приз». Вот здесь вот нажимаете «Получить приз», и у вас есть возможность что-то получить. Смотрите, продолжаем получать призы, набираем уровень, каждый уровень вы получаете гарантированный приз. То есть после того, как вы обмениваете свои подарки на вот эти вот какие-то призы, вы мало того, что получаете капсы, так потом еще по получению левела, по забитию вот этого левела, вы получите что-то стопроцентное. То есть, либо армор, либо бонус ладер, либо про аккаунт, либо паки, либо элиту. Ребятки, либо элиту. Это очень жестко на самом деле. Ну, в общем, смысл таков, что вам нужно просто в игре собирать подарки и потом здесь сидеть и обменивать. Ребятки, но есть одна погрешность. Эта тема актуальна до 14.01, то есть сегодня 3, но эльф будет у нас сыт до, не сыт, а будет хотеть кушать до 14 числа. И, конечно, нужно, ребятки, торопиться. У меня уже что там, бонус армор есть, да, вот смотрите, мне дали бонус армор еще, когда я сидел, обменивал, посмотрим на сколько. На 30 дней мне бонус армор дали 100% за то, что я поменял все подарки, у меня было 300 слотов, я понажимал быстренько, поднял левел себе, и левел у меня, смотрите, 300 подарков, примерно это вот выходит сколько, да, 300, это получается 600, тут уже, тут 1900, тут 1200, короче, где-то 1600, и это элита плюс-минус, я так думаю лично. Ну и что ж, надеюсь, в принципе, этот видосик вам полезен был, ребятки, репостите его, пожалуйста, всем, кто хочет себе халяву, капсы халявные, посмотрите, капсы, банчата, ладер, броня, все тут есть. Вот, ну, для вас стараюсь, чтобы вам вот просто разжевать и дать вот это покушать, ребятки. Просто лютая халява. Расскажите друзьям и торопитесь, до 14 числа вы должны успеть обменять подарки. Может быть, вы сейчас зайдете на свой аккаунт, а там у вас уже целый клад, чтобы дойти до элиты. Ребятки, всем спасибо за этот обзор. Все, кто посмотрел, обязательно поставьте лайк за мое старание. Ну и, конечно же, с вами был Ксеназ. И до скорого.